Хорошо танцую? Нет. Да ладно. Ты хорош тебе. Ну. Как так вообще? Нет. Да не. Ну камон. Очень прям совсем. Очень хорошо танцует. Вообще. Вот так вот. Мы познакомились в ресторане Sixty в Москве. Я сидела с подругой. Да, а эта подруга – это моя одноклассница. Ну, я с ней как бы общался, вот, увидел их вместе, предложил бы сдвинуть столы. Мы начали встречаться в Москве, а в школе мы просто дружили. Такая школа Seven Oaks, она находится где-то полчаса от Лондона. Вот, и ну, добираемся обычно на поездах. Вот, это в графстве Кент. У меня чувство юмора очень саркастичное. Да. А тебя, ну, ты скорее более запад. Да, 100%. У меня, мне кажется, я более... Я в России 3 года только жила, okay. Это логично. Окей. У меня более русское чувство юмора. Он 100% признает, то, что у меня лучше чувство юмора. У меня. У меня. У меня. У меня. Ты издеваешься, у меня. Мне кажется, у меня. Мне очень нравится то, что он все время в костюмах. Я вообще фанат такого формального стиля, и он спокойный, и там как-то ошибиться сложно. А вот более что-то такое молодежное, я всегда вот обращаюсь либо к этому человеку, либо к маме. Соня, когда чем-то занимается, она должна в этом блистать. Просто наблюдаю за тем, как она себя отдает на такое количество занятий, на которое, скорее всего, я бы не смог. Я вот в ней очень уважаю, что она вот так может себя посвящать, и причем такому большому количеству всему. Он самый мотивированный. И когда ему что-то интересно, он как бы посвящает все свое время этому и очень старается, чтобы это случилось. И он очень внимательный. Это очень важно. Я хочу учиться в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Хочу подавать на психологию и потом делать Masters в International Relations. Я обожаю Нью-Йорк. Это Ivy университет из Египта. Я очень хочу хорошее образование. Мне это важно. Я бы не хотела работать в России. Я, в принципе, открыт. Мне хоть в Африке. No. Да, ты меня не пустишь? No. Okay. Ну вот, видите, Африка уже отменяется.